После атаки цели с ведомым начали выполнять маневр, вывод из атаки. И в ведомого влетела ракета, поразила ему двигатель. Летчик, сохраняя хладнокровие, мужественно выправил машину, начал выходить вперед. При выходе вперед, когда я его отыскивал по зеркалам заднего обзора слева, наблюдал пуск ракетами, после чего дал команду ему выходить вперед и начал отстрел инфракрасных ловушек и заходить к нему сзади. Наблюдал, как ракета уходила под меня сзади на инфракрасную ловушку и одновременно, как выходит вперед ведомый летчик. Набрали высоту, возвращались на аэродром. Весь этот процесс я наблюдал за ним, за его действиями, только командами помогал ему выправить самолет, так как у него отказало все оборудование, перестали работать приборы контроля двигателей и самолета. Летчик, сохраняя хладнокровие, также продолжал выполнять задания до посадки. На посадке у ведомого произошло разрушение левого пневматика, на что ему своевременно была подана команда. Он ее машину удержал на полосе, спокойно остановился в пределах полосы для того, чтобы не мешать другим самолетам заходить на посадку. Освободил полосу влево, прижался влево, ну и обеспечил тем самым посадку всем остальным самолетам, которые заходили за ним. Танкисты, принимайте в распоряжение трофейный украинский танк. Пусть он поможет вам в освобождении Луганщины. По машинам. Товарищи артиллеристы, принимайте орудия врага. Пересчитать количество боеприпасов, приготовить орудия к маршу. Нет. Товарищи военнослужащие, принимайте трофейный БТР. Готовьте к маршу. Работаем. Товарищи военнослужащие Вооруженные силы Российской Федерации передают нам захваченное трофейное вооружение, противотанковый гранатомет, использование для противодействия нашему противнику. Спасибо нашим товарищам за предоставленное оружие вражеское. Врага будем бить его же оружием.